Здравствуйте, друзья! С вами Юрий Притиск. Сегодня поговорим о фотоконкурсах. В этом году был объявлен международный фотоконкурс имени Люка Доллига. И скоро приближается его дедлайн 24 ноября 2019 года. К участию приглашаются все желающие фотографы-фрилансеры. Кто такой Люк Доллиг? Премия учреждена в его память. Это фотожурналист, он был убит во время выполнения редакторского задания во время одного из восстаний арабской весны в 2011 году. На конкурс принимаются фоторепортажи, освещающие любое событие, имеющее отношение к чему? К защите свобод и демократии, конфликту, войны, беспорядки, революции, публичные демонстрации и другое, к природной, экологической или санитарной катастрофе, а также событиям, отражающим последствия вышеперечисленного. Фоторепортаж должен быть сделан в период с 1 ноября 2018 года по 24 ноября 2019 года. Пожалуйста, поспешите. От одного участника принимается 3 репортажа. Заявка отправляется через WeTransfer. Включает в себя 10-20 фотографий, пронумерованных в соответствии с порядком рассказа. Фотографии 300 точек на дюйм, но не более 3 мегабайт. Описание: кто, что, где, когда, почему, дата, страна, имя фотографа, заполненная заявочная форма и правила конкурса, подписанные участником. Все это должно быть на английском языке, максимум 300 слов. Биография, тоже максимум 300 слов. И ваш портрет. Что по призам? Победитель получит 10 тысяч евро, персональную выставку в Париже и публикацию в фотоальбоме «Репортеры без границ», а также всемирную славу. Участвуйте и побеждайте! С вами был Юрий Притиск. До связи и до встречи!